Цивильске завершается строительство школы. Светлые кабинеты, просторные коридоры и большой спортивный зал. Среднеобщеобразовательное учреждение рассчитано на 1000 мест. Как идут работы, узнала депутат Госдумы Алена Аршинова. Открытие этой уникальной по своей архитектуре школы в Цивильске ждали все – и дети, и родители, и учителя. Общая ее площадь – свыше 20 тысяч квадратных метров. Практически каждый учебный кабинет индивидуален. Здание оснащено большим количеством камер видеонаблюдения и техники. Получать знания в новой школе будет не только комфортно, но и безопасно. Мы сейчас в Государственной Думе собираем все возможные предложения, аккумулируем опыт разных регионов в вопросах именно обеспечения безопасности детей и их пребывания в дошкольных и школьных образовательных организациях. И аккумулируя этот опыт, будет понятно, нужны ли какие-то изменения стандартов и нужно ли менять стандарты безопасности. Эту школу возвели в рекордно короткие сроки, менее чем за год. Стоимость 529 миллионов рублей. Деньги выделены из регионального и федерального бюджетов. Только на оборудование, мебель для кабинетов и инвентарь для спортзала потрачено 28 миллионов. Школа примет своих учеников уже в новом учебном году. Рифат Фаткуллин, Республика.